Қайырлы күн, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Биыл болашақ стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау мерзімі 16 қазанға дейін ұзартылған болатын. Бүгін алаңымызға халықаралық бағдарламалар орталығының өкілдері конкурстық іріктеудің жаңа кезеңі жайында мәлімдеп беретін болады. Добрый день, уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас на информационной площадке службы центральных коммуникаций. В текущем году сроки приема документов на участие в конкурсе на присуждение стипендии Булашак были продлены до 16 октября. В связи с этим начался новый этап конкурсного отбора, в котором уже сейчас приняли более чем 200 претендентов на зарубежное образование. Более подробно о новом этапе конкурсного отбора расскажут наши сегодняшние гости. Вице-президент Центра международных программ Мейржан Меликович Алпыспай, а также директор Департамента организации конкурсных процедур Центра международных программ Айман Кайрловна Аубакирова. Уважаемые гости, добро пожаловать к нам на площадку. Мейржан Меликович, пожалуйста, первое слово вам. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі брифингке қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Өздеріңіз білетіндей, 2017 жылда болашақ стипендиясын тағайындау конкурсына қатысуға құжаттарды қабылдау рәсіміне өзгерістер енгізілді. Құжаттарды қабылдау үстіміздегі жылғы 29 мамыр мен 15 қыркүйек аралығында жүзеге асырылады. Осы кезде шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республика комиссияның шешімі бойынша 251 адам стипендия иегері атанды. Қажеттілікке және құжаттарды қабылдау мерзімінің соңында ажиотаж болғанына байланысты шетелде кадрлар даярлау мемлекеттік республикалық комиссиясы құжаттарды қабылдау мерзімін осы жылдың 16 қазанға дейін ұзарту жөнінде шешім қабылдады. Болашақ стипендиясы тағайындау конкурсының іріктеу кезеңінде 300 үміткер, оның ішінде мемлекеттік қызметшілер, ғылыми педагогикалық қызметкерлер, жалпы конкурс тағы да басқа санаттар бойынша қатысу үшін құжаттарын тапсырды. 29 мамырдан бастап бүгінгі күнге дейін мемлекеттік қызметшілер санаты бойынша 113 үміткер құжаттарын тапсырды. 21-і стипендия атанды, 11 үміткер конкурс кезеңдерінен өте алмады. Қалғандары конкурстық іріктеу кезеңі үстінде. Болашақ стипендиясын тағайындау конкурсы, сіз білетіндей, 6 турдан тұрады. Бірінші тур ол уәждемелік пен ұсыным хаттарын бағалау. Екінші тур шет тілін білу деңгейін айқындау. Үшінші тур мемлекеттік тілді білу деңгейін айқындау. Төртінші тур кешенді тестілеу. Бесінші тур тәуелсіз сараптамалық комиссиямен әңгімелесу. Бесінші тур шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның отырысында үміткерлер кандидатурасын қарастыру. Жаңа кезде мемлекеттік қызметкерлер санаты бойынша конкурстан 57 адам өтті. Олардың арасында жоғары қызметті тұлғалар да бар. Бұқаралық ақпарат құралдарында жеке мәліметтерінің жариялануына қарсылық білдірмеген мемлекеттік қызметкерлердің аты жөнін назарларыңызға ұсынамыз. Үміткерлердің толық тізімімен сіз біздің орталығымыздың ресми сайтында таныса аласыздар. Сонымен бірге қолданыстағы заңнамада үміткерлердің конкурсқа қатысу үшін лауазымдық жағдайына байланысты ешқандай шектеме бекітілмегендігін атап өту керек. Сондай ақ Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге, көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды деп атап өту қажет. Рахмет. Уважаемые коллеги, хотелось бы поприветствовать вас на сегодняшнем брифинге.
Как вам известно, с 2017 года в правила отбора стипендиатов, международной стипендии «Болышак» был внесен ряд изменений. С этого года, с 29 мая по 15 сентября, был объявлен первый этап отбора. На данном этапе 250 стипендий было присуждено по решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Но в связи с имевшим место ажиотажем Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом было принято решение о продлении сроков до 16 октября. В рамках второго этапа нашим центром принято около 300 дел претендентов, в числе которых как госслужащие, научно-педагогические работники, инженерно-технические и другие работники, участвующие в данном туре. Хотим подчеркнуть, что по состоянию с 29 мая на сегодняшний день по категории госслужащие сдали документы 113 претендентов, 21 стали стипендиатами, 11 претендентов не прошли конкурсный отбор. Остальные находятся на этапе конкурсного отбора. Как вы знаете, конкурсный отбор включает соответствующие этапы. Это проверка знания языков, как иностранных, казахского языка, комплексное тестирование, собеседование с членами независимой экспертной комиссии, а также рассмотрение данных кандидатур на Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Хотелось бы отметить, что в настоящий момент среди кандидатов у нас имеются и чиновники, также и чиновники Министерства образования и науки, которых вы можете увидеть на слайде. То есть мы не можем ограничивать никого по каким-либо должностным положениям. Мы не вправе не принимать документы, что запрещает нам соответствующие нормы Конституции Республики Казахстан, запрещающие дискриминировать кого-либо по должностным положениям. Спасибо большое. Благодарим вас за выступление. Уважаемые журналисты, если у вас есть вопросы к нашим спикерам, пожалуйста, мы переходим к вопросам. Пожалуйста, Казинформ, первый вопрос. Добрый день, Гульмира Сарбасова, Международное информационное агентство «Казинформ». Много говорилось о качественном расширении программы. Хотелось бы узнать, изучается ли рынок и на основе чего ежегодно расширяется список направлений. Второе. Какие нововведения, кроме продления сроков, были приняты в этом году? Благодарим за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Ежегодно мы направляем заявки по госорганам, и на основе данных заявок у нас формируется перечень приоритетных специальностей. Это ежегодная процедура, и в соответствии с заказом для той или иной отрасли экономики осуществляется подготовка специалистов. Что касается нововведений, как уже было отмечено в докладе вице-президента, действительно, в этом году поменялся формат проведения приема документов и конкурсного отбора. Введена новая категория для участников для присуждения стипендии «Болышак». Это общий конкурс. Общий конкурс требований для претендентов средний балл диплома соответствия 3,3, а также знание английского языка на уровне 6,5. Что касается туров, то если раньше туры состояли из 5 этапов, то сейчас это 6 туров. Первый тур – оценивание претендентов по мотивационным и рекомендательным письмам. Также комплексное тестирование введено как новый тур. В рамках комплексного тестирования наряду с психологическим портретом претендента оценивается знание его по Конституции Республики Казахстан и по истории Казахстана. Введено
Что касается собеседования, то тоже немного претерпел формат изменения. Сейчас эксперты по профилю оценивают претендентов по направлениям подготовки. Комиссия состоит из 3 человек и оценивается. Сам тур носит, мы кодируем вместо фамилий претендентов, предоставляем экспертам коды. То есть анонимное проводится оценивание мотивационных, рекомендательных писем, а также проводится собеседование с претендентами. Вот в целом вот такие изменения коснулись приема и конкурсного отбора в текущем году. Благодарим за ответ. Будут ли дополнения? Мы переходим к следующему вопросу, уважаемые коллеги. Пожалуйста. Добрый день, Казинформ, Лаура Монтаева. Существуют ли какие-либо льготы для претендентов на стипендию Булашах? И второй вопрос. Имеют ли право претенденты прошлых лет, которые участвовали уже в конкурсе, но не прошли по нему, принимать участие вновь? И еще третий вопрос. Как ведется работа по межправительственным грантам? Спасибо. Благодарим за вопрос. Спасибо за вопрос, да. Разрешите начать со второго вопроса. В соответствии с правилами отбора международной стипендии «Булашак» у нас претенденты, не прошедшие один из туров в текущем году, не имеют права участвовать заново в том же году. То есть при желании поступать и участвовать заново в нашем конкурсе по отбору стипендиатов, он обязан вправе участвовать только в следующем году. Насчет льгот. Касательно льгот, в рамках на стипендию Балашак могут претендовать по категориям. Введенные категории – это государственные служащие, как было озвучено выше, научно-педагогические работники, инженерно-технические работники, для работников СМИ, для творческих работников. Предусмотрены квоты. Это квотная категория. Что это понимается под этим? Для них предусмотрена предварительная языковая подготовка. То есть IELTS на входе у них ниже. В частности, для всех категорий IELTS должен быть на уровне 5,5, а для инженерно-технических работников 5,0. То есть до поступления на академическое обучение им предусмотрена языковая подготовка как в Казахстане, так и за рубежом. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, будут ли еще вопросы? Если вопросов нет, то позвольте резюмировать все вышесказанное. Мы увидим, что с каждым годом претендентов на обучение за рубежом становится все больше. В связи с этим даже в этом году были продлены сроки приема документов на поступление по стипендии «Булашак». По итогам предыдущего этапа конкурсного отбора Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом была присуждена 251 стипендия, а на новом этапе конкурсного отбора уже сдали документы около 300 претендентов по различным категориям. Мы желаем претендентам на дальнейших этапах отбора удачи. Центру международных программ мы говорим спасибо за предоставленную информацию. На этом, уважаемые коллеги, мы завершаем нашу пресс-конференцию. До новых встреч. До свидания.